Почему-то многие под словом «мечта» подразумевают дорогую машину, чемодан денег, много денег. Но это не мечта, это просто желание халявы. Ну будет у тебя много денег, и что? Задай себе этот вопрос, который задавал известный персонаж фильма. Что ты сделаешь тогда? Начнешь петь? Танцевать? Займешься спортом? А что тебе мешает сейчас? Тебе мешает одно желание. Желание иметь все и не делать ничего. И это не мечта, это слабость. Я знаю это, потому что это есть в каждом из нас. Но кто-то это осознает и двигается дальше, а кто-то боится это понять и остается на том же самом месте. Отдели свои слабости и мечты в разные стопки. Уничтожь свои слабости и лелей свои мечты. Сделай шаг, сделай шаг, где тебя не ждут. И поверь в свою мечту. Мечта поверит в тебя, мой друг. Вселенная для тебя создала все вокруг. Для тебя все мечты, мой друг. Мечтай и в жизнь воплощай мечту. Все мы ищем в жизни разные вещи, и в определенный момент нам может показаться, что мы никогда этого не найдем. Нам кажется, ну все, сколько можно, это нереально. И очень часто мы останавливаемся у той самой двери, за которой нас ждал подарок. Ведь если Вселенная дала тебе мечту, значит ты достоин ее. Тебе придется пройти испытание. Да, прежде чем ты получишь свою мечту, тебе придется пройти испытание. Ведь ценность мечты не в ее крутости, а в том, что мечта достается только через испытания и трудности. Поэтому иди вперед, иди к своей мечте и радуйся каждому испытанию, каждому препятствию. От этого твоя мечта, которая воплотится в жизнь, будет больше, грандиозней, круче. Если на пути к твоей цели нет испытаний, то это не то, чего ты хочешь. То, что ты поистине хочешь, в сердце, внутри себя, будет достигнуто только через препятствия и только через сражения со своими слабостями. Сделай шаг. Сделай шаг, где тебя не ждут. И поверь в свою мечту. Мечта поверит в тебя, мой друг. Вселенная для тебя создала все вокруг. Для тебя все мечты, мой друг. Мечтай и в жизнь воплощай мечту. Да, ты можешь сдаться. Ты можешь согласиться на первую попавшуюся работу, купить первый попавшийся товар в супермаркете. Но ведь это не то, что ты хочешь. Ты хочешь ту работу, которую ты хочешь. Ты хочешь кушать ту еду, которую ты хочешь, а не которая лежит на первом прилавке. Поэтому ты ходишь по магазину, выбирая продукты. Поэтому ты заполняешь анкету, чтобы выбрать из нескольких работ. Отнесись также к своим мечтам. Почему ты соглашаешься на то, что лежит прямо перед тобой, и не пытаешься заглянуть чуть дальше? Да, для этого нужно будет немало пройти. Да, для этого, возможно, нужно будет встать на носочки и рукой поискать продукты на верхней полке. Но только так ты достанешь то, что ты хочешь. Не выбирай мечту из предложенных. Ищи свою мечту. Сделай шаг, где тебя не ждут. И поверь в свою мечту. Мечта поверит в тебя, мой друг. Вселенная для тебя создала все вокруг. Для тебя все мечты, мой друг. Мечтай и в жизнь воплощай мечту.